Помнишь, Алёша, дороги смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как кринки несли нам усталые женщины, прижав от дождя их к увядшей груди, как слезы они вытирали украдкую, как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, как в стай повелось на Великой Руси. Слезами и змеиной чаще, чем верстами, шел тракт на пригорках, скрываясь из глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась. Как будто за каждую русской околицей крестом своих рук, ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверующих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки родина не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенскую дорожной тоской от села до села, со вдовьей слезою и с жалобы женскую впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в солопчике плисовом, весь белым, как насмерть одетый старик. Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? Но горе, поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала: «Родимая, покуда идите, мы вас подождем. Мы вас подождем, говорили нам пажити, мы вас подождем, говорили леса». Ты знаешь, Алёша, ночами мне кажется, что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям, только пожарище на русских полях, раскидав позади у нас на глазах, умирают товарищи, по русски рубаху рванув на груди. Нас пули с тобою пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я родился, за то, что на ней умереть мне завещано, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас русская женщина по-русски три раза меня обняла. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наша сегодняшняя передача посвящена приближающемуся 50-летию Великой Победы. А эпиграфом к ней мы взяли замечательное стихотворение Константина Симонова, написанное им в 1941 году «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины». К сожалению, о таких стихах, как, впрочем, и о людях, которые вынесли на своих плечах главную тяжесть той страшной войны, у нас вспоминают только в праздники или ближе к юбилеям. Вот и сейчас большие начальники, государственные мужи, депутаты говорят о победе, о нашем долге ветеранам, но почему-то никто не дает высказаться откровенно самим ветеранам, участникам войны. О чем они сейчас думают, что их беспокоит и с каким чувством многие из них будут встречать нынешний юбилей Победы? Эти вопросы мы решили задать Надежде Александровне Киек, полному кавалеру Ордена Славы, которая живет сейчас вот в этом пансионате для ветеранов войны и труда в городе-герое Москве. За всю войну только 4 женщины были удостоены Ордена Славы всех 3 степеней. Одной из них и была стрелок-радист самолета Пе-2 Надежда Александровна Журкина по мужу Киек. На фронт Надежда Александровна ушла добровольцем в 1941 году. Всю войну она прошла в составе 99-го гвардейского разведывательного авиаполка. Совершила 87 боевых вылетов. 30 раз вела бои с истребителями противника и всегда выходила победителем. За годы войны ее полк трижды полностью сменил свой состав. Потери были страшные.
Но надежду Бог миловал. Войну она закончила в Латвии, где вышла замуж и осталась жить. Однако после развала Советского Союза Надежда Александровна вынуждена была покинуть Ригу из-за постоянных угроз, унижений и оскорблений в свой адрес. Естественно, что ни один защитник прав человека за нее не заступился, как, впрочем, и не выступил в защиту других ветеранов Великой Отечественной войны, которым сегодня во многих республиках бывшего Союза приходится особенно тяжело. Ну, я вот, в частности, жила в Прибалтике. Вынуждена была, жила в Риге. 30 лет прожила и 20 лет проработала на одном предприятии. И вынуждена была уехать оттуда. Вы знаете, ну, это так мягко сказано. Проще бежать просто. Почему? Что случилось? А вы знаете, когда пришли к власти, можно сказать, пожалуй, это будет правильнее, к власти народные, так называемые, фронт, как они говорили, радикалы, люди, которые, так сказать, за демократию боролись, а по существу пришли националисты, которые сказали, что те все русские, которые живут в Прибалтике, и в Риге в частности, это оккупанты. Хотя бы освобождали, воевали, и там погибли даже мои товарищи, и тысячи, не только мои, но тысячи людей погибли там, на освобождение Прибалтики. И теперь мы стали оккупантами, мы стали не нужны там. Мы стали врагами. И более того, в Прибалтике, вот я вам могу сказать, снесены памятники людей, которые погибли там, героев Советского Союза. Моих однополчан, вот Хрусталева и Никулина, которые погибли, Богуцкого, уничтожены. Понимаете, просто уничтожены. Разве это, если они глубоко верующие люди, это грех тревожить прах тех, кто лежит на земле. А уже не говоря о том, что они отстаивали эту землю, защищали ее. Поэтому, конечно, еще раз говорю, горько, горько, это горько. Вы знаете, и подметные письма были, и поджигали ящик, и двери поджигали, и прямо писали, убирайтесь отсюда, пока бы вас не уничтожили вообще. Вот так вот. Вот такие письма получали. Ну, вы сами можете представить себе, что не очень приятно жить в таких условиях. Я вынуждена была бросить квартиру, все. И благодаря тому, что там, ну, в Риге находилась 15-я воздушная армия, в которой я воевала и кончала войну, кусочек самолета транспорта отдали для того, чтобы я могла хоть что-нибудь выехать. Вот, поэтому, конечно, не от хорошей жизни. Мы сейчас живем в пансионате, я живу в пансионате, и многие мои друзья, которые живут в других зарубежных, так сказать, в зарубежье в другом, они тоже чувствуют себя не очень. Обидно и горько, потому что мы-то воевали за свою родину, за Советский Союз, и солдатами были Советского Союза. И гордость за победу была потому еще, что мы были воины Советского Союза. Всех национальностей, не только, мы не говорим, что это русские, там всех национальностей были. Поэтому вот так сложилось у нас. Скажите, а как вы относитесь к такому понятию, которым активно пользуются сейчас многие политики и руководители нашей страны, как красно-коричневые? Они называют многих ветеранов. Вы знаете, это просто дикость. Потому что приравнивать людей, которые отстаивали свою независимость и которые помогали другим странам, ведь мы помогли освободитесь от коричневой чумы. И говорить сейчас, чтобы приравнивать нас к коричневым, вы знаете, просто подло. Просто подло. Я считаю, что это подлость. Скажите, как вы относитесь к тому, что президент США Клинтон отказывался приехать на Парад Победы, выдвигал условия? Вас это не оскорбило, не покоробило? Как? Слушайте, почему нам должен диктовать президент Клинтон, как нам устраивать свой парад победы? Почему? Скажите мне, пожалуйста, я хочу задать этот вопрос президенту. Скажите, пожалуйста, почему вы прислушиваетесь не к ветеранам, которые завоевывали эту победу, которые собственной кровью оплатили все то, что было завоевано, и теперь вдруг нам, так сказать, условия ставят? Почему? Мне хочется спросить у нашего президента. Я бы хотела посмотреть, чтобы мы
какие-нибудь условия поставили тому же господину Клинтону, который приехал бы, сказали, вот мы хотели вот это видеть, а не вот это, чтобы он нам ответил. Президенты прибалтийских стран, вы жили в Прибалтике, они тоже ведь отказались приехать на День Победы? Да, да, да. Ну, как же они могут участвовать в параде, придем, так сказать, быть участниками этого парада, если бы оккупанты, в кавычках, конечно. Но больше всего меня возмущают перевертыши типа Бразаускиса. Человек, который был членом ЦК партии Литвы, который устраивал приемы для ветеранов, приглашал их, и вдруг отказаться. Что же это такое? А вы были на его приемах? Он приезжал в Ригу, в Риге был, да. Вот так некрасиво. А вот когда вы сейчас сидите, смотрите телевизор, радио слушаете, какое ощущение у вас возникает? Вы знаете, телевизор, когда смотрю, прямо вам говорю, как будто я не в своей стране, в прошлой. Вот честно вам говорю, я не знаю, может, у меня только такое понятие. Совершенно ничего нет. Вот когда показывают кадры прошлой нашей жизни, пусть скудной, бедной, но вы знаете, чистой. А вот сейчас этого нет. И вы знаете, очень жаль, нет духовности, нет совершенно. Все заслонил золотой телец, как Горький говорил, все заслонил. И духовность, и высокие чувства, и чистоту взаимоотношений, и любовь, и дружбу. Все, все, все кончено. Все только жиждется золотым телецом. Все. А в чем, на ваш взгляд, главный смысл человеческой жизни? Главный смысл человеческой жизни – делать добро. Во-первых, работать, а делать добро людям. Я думаю, и быть нужным. Вы знаете, что самое главное все-таки быть нужным, наверное, людям. Вот. Это, наверное, самое важное. Когда ты нужен людям, то и чувствуешь себя совершенно по-другому. Совершенно по-другому. И вот это вот состояние быть нужным людям и добро делать, я думаю, что, наверное, все-таки самое важное. А вы знаете, нет еще. Нужно быть профессионалом своего дела. Непременно. Это тоже очень важно. А что, делать добро и не быть профессионалом, вы знаете, на своей работе, я думаю, что это не очень будет. Надежда Александровна, и последнее. У вас сейчас есть возможность обратиться к вашим однополчанам. Ой, как... Что вы им хотите пожелать в канун 9 мая? Во-первых, я хочу обратиться ко всем своим однополчанам. Поздравить их с праздником, пожелать им здоровья, успехов. Хочу поздравить своих боевых подруг из Свердловска. Хочу поздравить с праздником своих земляков из города Туринска, почетным гражданином, которого я являюсь. Хочу своих друзей поздравить, которые остались в Латвии. Будьте мужественны и надейтесь на лучшее. Сегодня специально для Надежды Александровны Журкиной и ее однополчан мы показываем материал, который был подготовлен в свое время для одной из передач телекомпании «Останкино». Поэты назовут их русскими мадоннами, газетчики – советскими патриотками, а солдаты будут звать их фронтовыми подругами. Но тогда, 50 лет назад, они были просто чьими-то матерями, женами, сестрами или возлюбленными. И с первых же дней войны на их долю выпали невиданные страдания. У миллионов наших женщин война отнимет все. Семейный очаг, любовь, счастье и радость материнства. Она погонит их по разбитым дорогам, мучая голодом, холодом и постоянным страхом за жизнь детей. Выбиваясь из сил, они старались успеть за отходившими частями. Но враг наступал слишком быстро. Миллионы окажутся в оккупированной зоне, где им придется претерпеть неслыханные издевательства и унижения. В этих нечеловеческих условиях, среди страшного запустения и разрухи, и проявятся вновь уникальные качества наших женщин, их невероятная жертвенность и сверхчеловеческая выносливость. Один из иностранцев, посетивших Россию в прошлом веке, как-то сказал: «Бог, наверное, сильно прогневался на русских, если наградил их таким суровым климатом,
отвратительными дорогами, дурными правителями и беспрерывными несчастьями. Но взамен всего этого он дал им лучших в мире женщин, отличающихся необычайной преданностью и терпением. Без онок народ сей давно бы вымер. Уже в нашем веке истории еще раз предстояло доказать истинность этих слов. Но какой ценой? Весной 1942 года в связи с тяжелым положением на фронтах Государственный комитет обороны объявил о начале массовых мобилизаций среди женщин. Впервые в истории России правительство, поставившее ее на грань национальной катастрофы, решилось на такой шаг. В бой был брошен последний бесценный резерв страны – ее будущее. Но и без этих постановлений они рвались на фронт, чтобы умереть за Родину. Только по призыву комсомола в Красную армию вступит более 500 000 молодых женщин и девушек. Многие из них только что закончили школу. 300 000 вчерашних студенток и домохозяек будет мобилизовано в войска противовоздушной обороны. Каждый четвертый солдат частей ПВО носил косички или челочку. Из женщин сформируют 3 авиаполка. На легких тихоходных машинах они будут совершать дерзкие рейды по тылам врага. Немцы назовут их ночными ведьмами. А эти девушки мечтали о танцах и свиданиях. Но Родина была в беде, и они отдавали ей все без остатка. Молодость, силы, здоровье и свои жизни. На фронтах Великой Отечественной воевало 222 тысячи девушек-снайперов и связистов. Невероятное терпение и выносливость требовалось от тех, кто сутками, не снимая наушников, передавал радиограммы под монотонный треск аппаратов. И разве можно забыть, как выносили, вытаскивали из жаркого пекла боя тяжелораненых бойцов наши несравненные сестрички? 1 100 000 медсестер и санитарок во время войны будут бороться со смертью за жизнь каждого солдата. Сегодня их подвиги кажутся невероятными. 17-летняя Маша Андреева 200 раз выносила на себе раненых с поля боя. Врач Анастасия Дмитриевна Трифонова в тяжелейших полевых условиях сделала 10 тысяч операций, а когда погиб командир, она возглавила часть. Иногда эти нежные руки и ласковые глаза облегчали страдания лучше всяких лекарств. Они ухаживали за ранеными, как за родными. Ухаживали так, как умеют это делать только наши женщины, с безграничной душевной щедростью и самопожертвованием. Куда только не заносила судьба наших женщин в той войне. Но везде, где они появлялись, становилось чуточку теплее и уютнее, веселее и радостнее. И веяло от них чем-то очень домашним, мирным, довоенным. Волновало мужское сердце жаждой любви и ласки. Удивительное дело, во время самой страшной войны люди были добрее и внимательнее друг к другу, чем сейчас. И горе, и радость никто не делил на свою и чужую. Все было общим. Война как никогда сблизила людей. И они вновь почувствовали себя одной семьей. Братьями и сестрами, которых связывают узы кровного и духовного родства. То, что сделали наши женщины для победы, не выразить никакими словами. Они спасали страну и своих детей, отдавая все силы изнурительному тяжелому труду.
без сна и без отдыха, без выходных и отпусков, на пределе человеческих возможностей. Во время войны они составляли более 50% всех работавших в промышленности и почти 80% занятых в сельском хозяйстве. Только благодаря им мы не вымерли с голода в ту войну, особенно в первые годы. Но такое самоотречение обернется для многих из них преждевременной старостью и тяжелыми болезнями. А полвека спустя военная энциклопедия сухо сообщит, в 1942 году более 80% полевых работ в Советском Союзе производилось на основе живой тягловой силы. На кинопленке они останутся вечно молодыми. И также звонко будут звучать из прошлого их голоса. Ну что же, снимайте, только уже работу не брошу, буду работать. Ну что, что вам я могу сказать? В Берлине, в центре. Ну, наверное, так забудешь. Не вдумаешься глубоко, посмотришь. Напротив Рейхстаг, а здесь Бранденбургские ворота, которые Геббельса камнем, который заложил, все равно прошли. А где Рейхстаг, дорогая? Ну, кто я? Простая деревенская девушка. Училась в школе десятилетки. Потом, когда началась война, пошла уже великий путь. Пошла путь через всю Украину, Крым и вот до Берлина. Что можно сказать напоследок? От наших всех девушек, фронтовиков, большой привет тыловикам. Нашим таким же девушкам, которые куют победу вместе с нами. То, что сделали наши женщины, такие, как крестьянка Епистимия Федоровна Степанова, забыть невозможно. 9 сыновей вырастила она. 1 погиб в гражданскую, а 8 других ушли на фронт в Великую Отечественную. И ни один не вернулся домой. Простите нас, Епистимия Федоровна. И слава Богу, что не дожили вы, как другие матери, до благотворительных посылок из Германии с галетами и мылом для русских ветеранов, для наших женщин. А те ушли в станицу, мужчина и женщина. И говорят, бабушка, уже война кончилась. Да шо вы, неправда. Правда, бабушка. Вот пойдете и узнаете. Ну, я заплакала. Да не упала что. Скажу, скажи, земля, где мои сыночки? Поплакали, не знаю, они меня подняли, я сама встала. Ну так вони туди пішли, я пішла в станицю, пішла. Я ж думала, так мої сини приїдуть додому. Кончилась війна. А вночі вже сини йдуть, а мої сини. І ночі вже йду, і з нього ждуть.